Девушки, у вас бывает такое, что мужчина делает вам приятно там ртом, а вы хотите жестко пердануть, и вы делаете вид, что вам приятно, но вам приятно, как бы, но вам приходится притворяться, потому что вы сосредоточены на том, что вам хочется пердануть жестко. И тут мужчина начинает что-то подозревать такое неладное. А твои мысли только об одном, как бы не пердануть ему в лицо. Всем привет! Знаете, теперь, мне кажется, мужчин, которые любят полобызать чужой вареник, появится одна фобия. Не то чтобы я это осуждаю, просто я не из тех женщин, во-первых, которые это любят, а во-вторых, которые пропагандируют и несут в массу, что, мол, вы делаете, делаете, мужчины, старайтесь, женщинам это нравится. Нет. Если вам это не нравится, смело говорите женщине, что нет, мне не нравится, и пускай она думает, что хочет, вообще делает, что хочет. Ну, обычно люди, которые немножко разные в своих желаниях, так сказать, чаще всего расходятся. Так что будьте готовы ко всему.